أم. كشعب واحد يجب أن نحرر أخوتنا من نير احتلال الأجنبي. جيوشنا قوية وقضيتنا عادلة. كما تحدث انهم يتفسدون جيوشنا، لماذا سنحامي استقلال شعبنا؟ كان يوم عظيما. هكذا ابتدأت. Капитан Прайс, Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Минус один! Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-западе. Его преемник Халед Аль-Ассад лично руководил казнью, транслирующейся по национальному телевидению. Он обвинил Аль-Фулани в том, что тот ставил интерес других стран выше своих соперников. Противник убит! У нас потери! Минус один!
Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь, Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми! Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Солт, бери снайперку. Всем отрядам, приступить к штурму. Контакт, к северу. Минус враг. Солт, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Черт! Вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что здесь не будет. Мы должны защитить моих людей. Контакт! Вертолетов. К северу! Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Контакт, к северу! Контакт к северо-западу. Люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Контакт к северу! Время на исходе! Так помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. У нас потери! Какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. У нас потери! Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... Вот. В доме. Доме. Так уж сложно, на северо-восточном краю деревни. Соу, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится.
Деревянный контакт к юго-востоку. Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли, пошли! Американцы ошибаются! Им ни за что не взять Алясада живым!